Итак, бункер Вергаре. Начинается, ребята, самое интересное. Так, жить можно. Понеслась. Держи. Обратно выкинул ее. Красавчик. Гранаты, смотри-ка, да, зажигательный, красава. Так. Ты меня не возьмешь. Ты, брат, так думаешь, Санчес? Что ж ты так орешь-то? Герой, да? Вау. Да, дома они сносят, придется теперь искать другую путь. Понятно. Интересно, все ли охранники вообще имеют доступ? Ну, я думаю, что у особняка Вергара есть какая-нибудь система охранников. Это именно первый, второй, третий, четвертый эшелон, допустим. Которые явно не знают некоторых нюансов вообще особняка. Кто-то охраняет периметр, кто-то охраняет сады, кто-то охраняет подвал, кто-то охраняет бункер. Кто-то вообще ничего не делает. Ну, вот так вот, я думаю, это работает. Что такое-то, а? Не перестает меня игра удивлять, прям. Я такое ощущение, что я раньше лучше играл. Наверное, все-таки 5 лет назад как-то. Как-то, я думаю, раньше было все намного проще. Ну, аптечка. Отлично. Закрыто, да? Понятно. Так.
Наша цель. Вот здесь находится Мануэля Вергара. Нам нужно достать карточку Санчеса, чтобы разблокировать и пообщаться с данным персонажем. Можно убить его гранатой, можно убить его, взломав щиток. Как вам будет удобно? Можно сделать вот так вот. И он сейчас просто сгорит. Да что ты? Через стенку. Понятно. Не сгорел. Ладно. Забираем красную карточку, ребята, и отправляемся на эксклюзивный разговор с Мануэлем Вергарой. Он тебе больше не понадобится, пулеметчик. Так, я думаю, что здесь, наверное, ничего интересного нет. Давайте отправляться к Мануэлю Вергаре. Он уже скучает без нас. Заходим. Ладно, Вергара, конец игрушкам. Что тебя связывает с Прометеем и что там с морской звездой? Говори. Покойся с миром, Вергара.